Что там делаешь? Что это Грис тебе собирает? Батареи есть? Не знаю. Может быть и нету. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Прикроем дверку чуток. И Дэнни убежал. И Крис. Yes. Что ты делаешь, Крис? Собираю железную роль. Железную. Пластмассовую дорогу, пацанам. Мы приобрели вот такую вот игрушку. Вот такая. Она на пульте. В общем, для деток. И я знаю, что игрушки ELK. Они очень крутые и они долговечные. То есть мало того, что они, ну, экологические, специально для детей. То есть там все убрано как нужно. А плюс они очень долговечные и прочные. Вот, у нас уже есть игрушки оттуда, очень классные, они до сих пор, как бы, я их брала, еще он маленький был, и они до сих пор нам актуальны. Но я беру уже более сложные игрушки, вот такая вот игра сейчас. Дэнчик, а ну-ка встань! Сейчас все берем и покажем. Да. Еще у меня крутая радость, я наконец-таки дождалась свои часики Дэниел Веллингтон. Сейчас покажу. На сайте выбирала самый большой циферблат, давно такой хотела циферблат. Самый большой диаметр. Вот, Дэниел Веллингтон. Я эту фирму знаю уже очень давно, на самом деле. И давно хотела себе такие часики. Они тоненькие. У них японский кварцевый механизм. Кожаный ремешок. Кстати, кожаный ремешок еще один был в подарок. А второй кожаный ремешок такого рыжего цвета. Давно тоже себе такой хотела. Вот он. Рыженький. Мне кажется, очень прикольный цвет. Здесь сменные ремешки. Разных цветов есть. На сайте у них есть разные диаметры. Вот так вот они смотрятся. Вот такие вот большой циферблат. Мне кажется, что это очень стильно. Круто вообще. Вот. И, кстати, хорошая новость, что я под видео оставлю вам свой промокод Селена Свей. И с этим промокодом вы сможете любой продукт на сайте у них заказать с 15% скидкой. Сайт официальный Дэниел Веллингтон. Так что все четенько. Сейчас там, кстати, проходит акция при покупке часов. Второй ремешок в подарок. Фирма, на самом деле, очень известная и зарекомендованная. И достаточно приемлемые цены. Находится она в Швеции, в Стокгольме. Там у них находится склад. И прямо оттуда мне привезли часики. Частичка Швеции. Девочки, хотела поделиться с вами находкой своей. Чтобы вы не тратили зря деньги, потому что на самом деле я так думаю, что я очень много денег выкинула. Но, в общем, я решила просто взять, ну, вы знаете, да, что мои любимые памперсы, Мэрис, вон они там виднеются вдали. Я их брала все время, то есть памперсы, трусики, мы уже трусики используем. И взяла случайно, думаю, возьму какие-нибудь такие вот памперсы, ну, типа вот на каждый день, да, ну, плюс экономия, понятное дело. Ну, и думаю, может быть, ему будет некомфортно, может быть, они не так хорошо впитывают, ему будет некомфортно, ну, вот с такой мотивацией, да. И он будет проситься на горшок, там, снять как-то, да, ну, думаю, как бы учиться уже должен сам все ходить, потому что ему все комфортно. Ну, и взяла вот маленькое количество, на самом деле, вот этих вот трусиков. Просто попробовать, потому что хрен его знает, не угадаешь, да, никогда. Насколько я была удивлена, что эти трусики на каждый день из Ашана офигенные. Вот я их могу сравнить вообще реально с Мерис. Они конкретно держат, они не протекают очень долгое время, да. То есть, если вы, допустим, вышли с ним, они прям вбирают в себя, впитывают много. Реально очень качественные и достаточно мягкие. Единственное отличие у них, то, что нет индикатора. Но мамочки уже опытные, да, они потрогали, посмотрели, пощупали и пора менять, да. Вот, и я уже купила в этот раз себе две пачки. И насколько, смотрите, 48 штук стоит 668 рублей. Я покупала 44 штуки, стоило там 1200-1300, да. Большие начала покупать, там 54 штуки стоят 1600. Да даже нет, какое? 44 штуки или 46? 1600 стоили. Короче, неимоверные деньги. Здесь я купила сейчас 100 штук за 1200. За 1300 получается. 100 штук. Класс. Находка. В два раза меньше денег. Даже в три, мне кажется. Так что попробуйте вот эти, ну, как бы, попробуйте просто. Может быть, это они мне прям, да, классно. Но я пользовалась разными памперсами. И я вам скажу, одни были вообще просто протекают, там где-то сбоку не впитывают. Какие-то просто деревянные. Вот эти мне понравились. Вот. Я хочу, чтобы вы экономили деньги. Попробуйте. Крошки мои, доброе утро. Картинка нас покидает сейчас. Доедает бутерброд, добивает кофе. Нет, это же я. Хотите, чтобы я показала ее? Нет. Что ты начинаешь вечно прятаться? Вот? Не...
Вот так вот Кристинка ест бутерброд. А пьешь что? Кофе пьет. Натуральный? Натуральный блондин, да. Натуральный кофе. Вот, сейчас покидает и едет снимать видосики, да? Селена! Короче, Крис сейчас покидает нас, едет снимать видосики. Мы с Данькой остаемся, я вообще не могу проснуться. Опять я выпила кофе. А что это такое? Опять я выпила кофе. Пока вроде все ровненько. Пока ничего не трещит, не болит. Потому что я легла 5:30 утра. Делала дела в интернете. Ну, видео вы опубликовала, блин, 2 дня не было. Чё там? В общем, мы с малышом будем думать, чем заниматься. Дел на самом деле много, не могу распределить. Надо проснуться. Я считаю, поспала с 5:30 до 10:30, да? 5 часов? Короче, нужно прийти в себя и расписать все, что нужно. Нужно покрасить волосы, нужно... Короче, столько всего нужно. Дэня провожает Кристину, да? Ну нельзя так показывать такую красоту ослепительно. Да хорошо ты выглядишь. Ну как я сейчас? Только проснулась. Сыр хоть стерла с губ. Сыр ела. Да. Сыр стерла с губ. Бери. Тебе налить с собой кофе? У меня есть одноразовый стаканчик. Вот это вылили, все. Все готово, Крис. Ой, спасибо. Как в лучших домах кофе мира. Ну все, давай, целуй меня в экран. Ой, пока ты. Я думала, ты в топчиках. Девочки, в Инстаграме уже поделилась. Делюсь теперь с вами. Смотрите, какие я взяла классные наборы в Икее. 129 рублей стоит в упаковке, там очень много всего, там 6 ложек, по-моему, 6 или 5, не помню, 6 ложек, 6 вилок, 6 ножей разноцветных. Вообще для ребенка, мне кажется, очень классно. И вот такие мисочки, их тоже 6 разноцветных в упаковке идет, тоже стоят 129 рублей. Еще стаканы там есть разноцветные, тоже в упаковке, 6 штучек. Короче, вот я пацану все время сюда готовлю, все ему так нравится есть. И оно вот прям для детей, мне кажется, ну, нормально. Не очень острое. Ну, не острые они такие. Но накалывать можно. Да, Дань? Оп. Ну-ка. Мама не попадает. На. Печеньку ест. Кстати, малой уже у меня ест ложкой самостоятельно. Меня это очень радует. Дань. Данька. Лапа моя. Что-то я так долго собираюсь с мыслями, что надо покраситься. Уже отросли корни. Вот. Короче, пока малой спит, час уже остался один, что он поспит. И у меня, как всегда, в последний момент осеняют силы, вдохновение появляется. Все, буду краситься. Короче, буду краситься и снимать для вас отдельное видео. А в этом влоге вы уже увидите меня с другим цветом. А в отдельном видео вы посмотрите, как и чем я его... делала этот новый цвет. А что у нас, Дэнни, новая игрушка? Смотри, какой кубик мы приобрели в ЕЛК. 12:36. Девочки, вот этот кубик, который сейчас я вам буду показывать, у нас в Инстаграме идет на него конкурс. Как раз к этому времени он будет идти, поэтому ссылку здесь оставлю, проходите, участвуйте. Кубик, я думаю, очень классный. Сейчас посмотрим вместе. Давай, Дэнни, доставай кубик, будем смотреть. Что там? Так, бумажечка. Смотри, какой он большой. У нас на самом деле есть столик, может быть, вы его видели. Этот столик очень крутой, он его безумно любит. Вот этот кубик, он тоже, сейчас я его вытащу, он весь интерактивный со всех сторон. Сейчас достану. Смотри. Так, достали кубик. Дэнь, ты где? Ой, какая штучка интересная. Это крутится тут, смотри. Крутится. Вот это крутится, гремит. Дальше. Это что? Это что? Смотри. Ух ты! Еще открывается. Ух ты! Тебе уже нравится, да, Дэнь? Давай дальше. У нас сколько сторон у кубиков? Смотри. Со всех сторон что-то есть. А вот, смотри. Ух ты! Крутишь? Вот так. Все крутятся. Ну, крути. Крути, крути, не отвлекайся на телевизор. Во! Класс!
Класс, да? А вот здесь будет музычка играть. Сейчас мы батарейки туда засунем. Так, а вот тут что? А вот тут батарейки засовывать. А вот это что такое? Большая кнопка. Так, батарейки сейчас засунем, проверим, что это такое. Здесь нужны 3 пальчиковые батарейки. В комплекте они не идут, поэтому кто выиграет конкурс, запаситесь батарейками. Смотрите, я все батарейки засунула. Здесь у нас включатель-выключатель. То есть это хорошо, если вам надоело. Знаете, музыка, ребенок играет. То все, выключили, и он просто тогда его крутит. Значит, с этой стороны. Дэнь, смотри, иди сюда. Так, я отключила. Включаем. Смеется вот такое вот. Смотри. Как? Red. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Желтый. Green. Зеленый. Green. Triangle. Как? One. Triangle. Red. Ага. Star. Two. Star. Звезда. То есть они говорят цвета, они говорят цифры на английском и говорят название. Square. Как? Four. Yellow. Square. Я не знаю, как квадрат по-английски, а вот... Как? Three. Green. Circle. Circle. Triangle. Triangle. Ну, по-моему, треугольник это triangle. Смеется солнышко. А вот это что, смотри. Ух ты! Нажимай. Ух ты! А это что? А это что? Тут мелодия... А, мелодия играет. Дискотека. Танцуй, Дэнь. Тан-дан. Давай танцевать. Та-тан-та-та-та-та-та-та. А это что, смотри. Короче, эту штучку нажимаешь, идут такие всякие приколюшки. А здесь нажимаешь, идет музыка. Разная. Вот вторая пошла. Это нравится больше тебе, да? Тр-тей-та. Короче, приколюшные штучки. Вот такой классный кубик у нас появился теперь. Все, будешь играть. Мне вообще кажется, что вот такой кубик классно иметь, а остальные игрушки все можно выкинуть. Вот у нас есть столик, кубик, трасса еще появилась кайфучая. И можно, короче, вот это вот все сохранить и играть. Оно и место как-то немного занимает. И как бы сразу много игрушек всяких разных. Вот кота, игра его, звенит. Короче, в Инстаграм заходите, участвуйте в конкурсе. Желаю всем удачи. Всем привет. Мой сладкий. Привет. Мы сейчас собираемся, малыша отвезу бабушке. А сама буду доделывать, как я уже сказала, да, что открывается у меня магазинчик, точнее, шоу-рум. Вот, остались последние доделать дела, и все, уже в ближайшее время поедем уже конкретно заполнять наш Инстаграм-магазинчик. Вот, пока что еще он, ну, не готов, Инстаграм-магазинчик. Пока что я только зарегистрировала саму страничку, но она абсолютно пустая и никак не заполнена. Поэтому в ближайшее время все это буду делать. И, конечно же, дам анонс и сделаю рум-тур по магазину и на YouTube, и в Instagram. Поэтому Instagram вот здесь, не пропустите. Регистрируйтесь, кто не зарегистрирован там еще. И подписывайтесь на меня. А мы пошли. Делай дела. Дела не ждут. Какой ветер! Лина. Сегодня мы Кристинку ведем на коррекцию бровей. И еще она будет делать губы. Но это вы уже увидите в отдельном видео по коррекции бровей. Красотка моя. И куда ты идешь? А куда надо? Смотрите, она крутая, приоделась. Да, ты круче, что ты идешь? Так. Просто я пока вышла, я там скручилась у тебя в машине, я не понимаю, что это. Ты просто выравнивалась, да? Так, пойдем скорее. Сейчас все расскажу, кофе будем брать, все расскажу. Тепло одеваться, знаешь ли. А то вырядилась красотка для видео.
А я, главное, тепло мне. О, шапка, все тепло. Короче, коррекция бровей. Хотя брови идеальные, может быть, сейчас мастер посмотрит, и не надо будет делать коррекцию. Посмотрим. Это вы тоже увидите все в отдельном видео у Кристины, как у нее, что, все ее ощущения. И еще она будет делать губки. Вот это интересно. Вот смотрите, какие у нее губы сейчас. Давай, да, нормально, у меня губы. Ну подожди. Просто... У меня опустились... Да не говори. Вот. У меня, гляньте, какие. Нет, да. Сделай это. Зачем мне так делать? Лишние морщины. Так, кофе пойдем возьмем. Ой, в рот попало что-то. Волосина. Волосина в рот попала. Никак. Не люблю. Ну что, ты готова к губам? Не знаю, я не думаю об этом. Но в этом влоге я не покажу вам ее губы. Ждите отдельного видео. Опасно. Она, правда, делает очень долго видосы, долго ждать. Но вы подпишитесь и ожидаете. Ты что, офигела? Потому что, ты мне кажется, делаешь. Мне так интересно, что получится. В шоке вообще. Я буду вас интриговать весь влог. Мы пришли к Таечке. Тая, привет. Все, Кристина села на кресло, ей будут смотреть, что там с коррекцией. В общем, буду вам... Все, Кристине посмотрели, сделают коррекцию ей еще. Но потом губы. Вон она лежит. Боится, наверное. Та-ра-рам. Кристофер Робин сделал губки, но в своем влоге я ее теперь показывать не буду. Губы и брови, вообще она изменилась, стала такой другой. Подожди, неделю надо подождать. Не, но оно... Да это красиво уже, да? Да красиво, да. Брови. Я вот сейчас наблюдаю за ней, и вообще мне приятно, что я эту картинку все время буду видеть. Мне очень нравится. Короче, теперь вы будете до конца видео слышать только ее голос. Сейчас мы едем в офис, нам нужно там покрасить кое-что, снять видео кое-что. В общем, кстати, видео о губах уже, когда я выпущу этот влог, у нее уже он будет на канале, и ссылку я оставлю под видео. Проходите, посмотрите все впечатления, Кристина рассказывает, посмотрите до и после. Вот, это было очень интересно. Знаете, мечты сбываются. Я очень давно хотела вот такую бумажку. И Крис мне ее дала. Ух ты! Крис, а где ты ее взяла? Да поддельная. Ну где ты взяла? В банкомате уже сняла? Или где-то тебе зарплату выдали? Пенсию моей маме принесли. Ух ты, пенсионные мамины деньги разбазариваешь. Смотрите, маме пенсию принесли, а она мне дает 2000. Спасибо, Крис. Вот я не хочу их тратить. Я их вот положу. Под стекло, пожалуйста. Пока их много не будет. Когда их будет много, тогда потрачу. Блин, ну, Крис, зачем ты мне такие 2000 дал специально, чтобы я не тратила? У меня налика, говорю, нету. А она на тебе. Я не отдам. На 100 рублей. Вот на 100 рублей будем жить тогда. Спасибо. Девочки, когда вы придете к нам в магазин, вы поймете, кто красил стену. Это все Крис. Нормально, да? Да, все отлично. Я стараюсь. Ты молодец. Смотрите, она даже не жалеет своих новых классных брюк и все красит. А вот и готов мой блин Цезарь. Мой любимый блин Цезарь. Бля, как всегда, вот это... Вчера я заказала себе чай с малиной и шиповником. Вкуснолюбови. И удачно его разлила. Так и не попробовала. Сегодня я взяла еще. Я вчера разлила вот такой вот. Взяла и не попробовала. Взяла еще. Донесла до столика. Ну ж с малым была, и неудобно. Я одной рукой коляску, одной рукой его. Короче, мы сейчас приехали, и, оказывается, я взяла другие лампочки. Я уже в течение недели в Леруа иду, обмениваю постоянно. То мне занавески не подошли, то гардины разные в Леруа, разного цвета. Представляете, одна белая, другая желтая. Ну, я имею в виду, одна кипельно-белая, другая не кипельно-белая. Они отличаются. Буду менять. Потом лампочки мне посоветовали, я показала, куда, как, что. Мне посоветовали лампочки, а там совершенно другой вход. То есть я их даже вкрутить не могу. Короче, сейчас опять менять. Уже третий раз за неделю я что-то меняю в Леруа Мерлен. Вот. Мой любимый Цезарь ролл. Сейчас съем. Ой, Цезарь блин. Сейчас поедим и поедем. Пойдем, блин, с Кристиной менять. Вот, девочки, хочу вам сказать. Я люблю Цезарь блин брать. Дополнительно беру картошку. Второй раз уже мне кладут туда холодную картошку. Я даже сейчас, ну это как дополнительно идет. Я даже сейчас подошла и говорю, вы греете картошку? Они такие, я говорю, у вас холодная идет туда картошка или вы греете?
Она говорит, все, типа, с бара холодная, но мы все разогреваем. Я говорю, скажите, чтобы получше разогрели картошку. В прошлый раз она была у меня холодная. Представьте, горячий блин, да? Все тепленькая и холодная картошка, да. И в итоге я сейчас ем, опять холодная картошка. Мне просто, честно говоря, не хочется ругаться. У меня хорошее настроение и тратить время на это. Я голодная, хрен с ним так съем. Но, знаете, вот этот момент, если вы будете дополнительно брать картошку, просите ее хорошо подогреть. Прям будет время обратно бы отдать вот этот блин, понимаете? Сказать, подогреть, нормально сделать. Может, съесть половину и сказать уже так, пусть целый делает. Кстати, очень люблю, когда какие-то продукты, это типа хот-доги или какие-то гамбургеры, или вот, например, такие как блины. То есть до самого последнего кусочка есть начинка. Я это очень люблю, потому что я такой привередливый человек. Я пиццу обгрызаю серединку только. Вот. И когда такие хот-доги были раньше, знаете, я съедала все, что есть сосиска, остальное все выкидывала. И вот здесь до самого конца есть начинка. Это классно.